Здравствуйте, вы считаете, что кладбище не играет роли, а почему там делают ритуалы? Да вы можете хоть возле унитаза делать ритуалы, ну какая разница? Ну, идите, делайте ритуалы, кто вам не дает? Вы можете возле унитаза, и на кладбище, и на море, и куда вы там, в космос полететь, там тоже делать ритуалы. Потому что кладбище это некое, мы считаем, сакральное что-то. Там закопали ненужные тела ушедших наших родственников. Да, родственники ушли. Почему ушедшие? Уж душа ушла. Ушла. Что значит ушедшие? Ушедшие, куда оно тело делось? Никуда не уделало, оно никуда не ушло. Оно просто закончило свою жизнь, и никуда оно не ушло. Почему, говорит, ушедшие? Куда оно? Вы не трогайте, оно и будет разлагаться там же, где его оставила душа. Ушедшие – это когда из тела уходит душа. Поэтому мы считаем сакрально, положили, закопали. Тем более, что эту всю хрень придумали вот этот эгрегор иудейский, который нам принес вот это вот 250 лет назад ритуал некий закапывания в землю. Если вы что-то понимаете в ритуалах, то закопанное в землю никогда не становится в рот. Вот все говорят, рот, наш рот, все это, все, кирдык. Ну, это вот они знают, как это делать, чтобы нас, как бы, вот меньше силы у нас было. Поэтому некий, вот мы там страдаем, там какая-то сила, там что-то еще. Ну, что там может быть на могильнике? Ну, пожалуйста, ну, кто-то делает ритуалы, чтобы какие-то колотить понты, что-то там, чтобы, ну, чтобы увидели люди, какая-то значимость. О, он на кладбище делает ритуалы. Да, есть, которые там большие страшные наколки наколят. Он там дрыщ-дрыщом, зато наколок море, и он думает, что его там все боятся. И он такой пипец, какой мачо. Или в карман сунет огурец, чтобы все видели, какой у него большой мачо. Также и это. Ну, пошли они ритуал, сделали на этом кладбище. Ну и хорошо, пусть делают на этом кладбище. Что приносят вам ритуалы? То есть, ну вот им, допустим. Что они дают? Ну, я особо не знаю.